Всем привет, с вами Ирина. Сниму для вас свои новиночки, пока на них хотя бы последние цветочки не отпали. Все некогда, некогда, и вот она уже отцветает. Вот такая у меня появилась новинка. Очень-очень нежный биглип. Чем-то похож на венецианский карнавал. И что-то она мне еще напоминает. Такая прям красавица. Да, была она по уценке. Никаких названий тут не нашла. Но она приехала ко мне вся мокрая-мокрая. И даже не было видно, есть там корни или нет. Это мне муж сфотографировал в магазине. Я сказала, бери, он принес. Вот. Ну, вроде бы есть там еще пару корешков. Нужно полить. И хочу, наверное, отгрести вот это вот, а может даже и пересадить ее, потому что грунт, сами видите, какой. Сплошной торф или просто мелкий кокосовый грунт. Коры там чуть-чуть сверху. Ну, такой не очень приятный грунт, как для домашних условий. Вот, так что она у меня успела уже отцвести. Стояла, конечно же, поодаль от других орхидей, чтобы, если вдруг на ней что-то есть, ничего на другие не перебралось. А так очень хорошие, хорошие листья, твердые, жесткие. Вон один листочек нижний отсушила, новый растет. Вот. Так что я надеюсь, что с этим биглипчиком будет все хорошо. Конечно, сейчас вот это все посрезаю. И вторая орхидейка, она у меня мелькала во влогах, когда была во всей красе, в цвету. Это орхидея из Икеа. Ну, корешки тут хорошие, тоже уже можно больший объем пересаживать. Вот, наверное, в это кашпо и посажу. Она бабочка, не бабочка, бабочка пилорик. Вот, у нее на одном цветоносе было больше таких цветочков, на втором больше бабочка. Но тут вот этот конкретно цветочек, он наполовинку бабочка. Но очень красивый, и он был чуть более желтенький, это он уже выгорел. Даже такой красивый, красивая мультифлора. Так что такие у меня новиночки. Наконец я добралась их показать. Но вот это вот вроде бы как миди. Небольшой цветочек сам по себе. Он у меня уже давно стоит и хорошо растет. Ну а на этом пока что все. Если соберусь ее пересадить, конечно же, будет видео. Желаю вам хорошего настроения, цветущих орхидей. Всем пока и до новых встреч!